Специальный дрон распыляет противоклещевую жидкость. Специалисты обработали уже более 50 гектар зеленых насаждений в прибрежной зоне города-курорта. Закончить работы планируют до конца мая. Работаем. Единственное, помешала погода, то, что были дожди. Но сейчас погода наладилась, солнышко. Вот, и ничто не мешает для проведения профилактических обработок. Здравницы активно готовятся к сезону. На территории санатория «Анапа-Нептун» 4,5 гектара растительности. Репеллент, которым ведется обработка, на человека не действует и активен лишь первые несколько дней. В санатории говорят, что заказывают такие работы уже не первый год. Методика доказала свою эффективность. Но эффективность в том, что если люди находятся только здесь, никуда не уезжают, то случаев таких не было. Специалисты рекомендуют тем, кто приезжает на отдых, находиться именно на таких специально подготовленных территориях к выездам в дикую природу, подходить максимально взвешенно.